Добрый день. Столкнулся с проблемой в том, какого плана есть прибор ОНПФ Логика город Санкт-Петербург СПГ 761. Программа конфигуратор, которую поставляет тоже Логика, это их разработка. И данная программа по информации производителя она позволяет прочитать, записать и изменить отдельные настроечные параметры. Окей, у меня уже сделаны настройки соединения, скорость 57600, параметр по связи в приборе у меня уже описан. Мы просто создаем новую базу. Связываться будем через адаптер MOX. Uport 1150 и нажимаю считать. Он успешно подключается к прибору и довольно быстро считывает параметры. Ну как относительно быстро того, что можно сделать. Он предлагает по завершению чтения сохранить. Мы сохраняем, делаем замену. Это у нас эту настройку по сохранению можно отключить в параметрах программы, но видео сейчас именно ошибки. На примере параметра 004. Здесь описан как 106, 20, 29, 299. Я хочу его изменить, я хочу, чтобы он был 105. Я меняю шестерку на пятерку. Жмем Enter. Строка подсветилась синим. Жму на параметр правой кнопкой мыши, запись параметра. И запись у меня не происходит. Строка подсвечивается красным. Параметр не записан. Нажимаем чтение. Параметр так должен был и остаться 105. Если мы заново считаем базу, то у прибора возникают какие-то проблемы. При том, что даже не у прибора, скорее всего, у конфигуратора возникают какие-то трудности. Ну, заново считаем все. Снова сохраняем, заменяем. И видим, что параметр остался 106. Теперь мы перейдем к OPC серверу. Все настройки по OPC у меня уже сделаны. Считываем параметр 106 до 0 до 299. Изменяем параметр по умолчанию. Меняем шестерку на пятерку. Записываем, считываем. Все. Не забываем остановить сервер. Возвращаемся к конфигуратору и считываем заново все параметры. Можно отдельно написать, но вот возникают какие-то непредвиденные ошибки в программе, которые не дают это сделать. Считать параметр отдельно. Сохраним, да. И параметр 106 поменялся на 105. То есть через OPC сервер я могу сделать настройки, а через программу конфигуратор не могу сделать. Я надеюсь, логика мне ответит на данный вопрос, почему так происходит.